Генеральный спонсор прогноза погоды – магазин домашнего текстиля «Дрема». Комфорт и уют дома поможет создать магазин «Дрема». У нас собственное производство. Мы используем только натуральные материалы отечественных производителей. Современный дизайн, модные тенденции. В магазине «Дрема» вы найдете одеяло, подушки, постельное белье и покрывало. Халаты и полотенца, домашняя одежда. Наш девиз – качество по доступной цене. Город Бердск, улица Ленина, 13А. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 20 июля ночью и днем переменная облачность, ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 26, плюс 28. 21 июля без осадков. Ветер северный 2,7, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 20, плюс 25 градусов. 22 июля ночью без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 2,7, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11 градусов, днем плюс 18, плюс 23. Автомобиль «Лада» – высокий уровень надежности даже в сибирском климате. Официальный дилер «Лада» – автосалон «Авто-1». Главный спонсор прогноза погоды – автосалон «Авто-1». Говорят, здесь слишком круто, слишком темно, слишком жарко, слишком скользко. Но что для одних слишком, для нас возможность проявить себя. «Лада Веста» от 512 910 рублей. Превосходство на нашей территории. «Авто-1» 330-03-03. Спонсор прогноза погоды – кредитный потребительский кооператив «Зенит». Спонсор прогноза погоды – компания «Еламед». Все для здоровья, здоровье для вас. Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. Кредитный потребительский кооператив «Зенит». Защита ваших сбережений от инфляции. Доход 13% годовых. Все сбережения застрахованы. КПК «Зенит». Место для роста ваших сбережений. Боль, скованность, онемение, головокружение. Помощь придет. Алмак 01. Магнитное поле способствует обезболиванию, снятию воспалений и отеков, улучшению обмена веществ. Алмак 01. По летней цене в аптечной сети «Аптека Берская» и «Фармакопейка». В новом отделении МРТ-технологии установлен 128-срезовый компьютерный томограф фирмы «Philips». Ведущие специалисты города и сотрудники томографического центра помогут вам в диагностике патологии легких, лор и внутренних органов, костей и суставов, сердца и сосудов. Теперь в Международном томографическом центре все современные методы лучевой диагностики. Высокопольная магнитно-резонансная и мультиспиральная компьютерная томографии, ультразвуковые исследования экспертного класса.